мощный фонтан природного газа ударил из разведочной скважины на Западно-Сопельской площади. Находится она на берегу Таежной Печоры, неподалеку от знаменитого Вуктыла. Разведочные работы на этой площади геологи Печоры ведут уже четвертый год. Были здесь получены притоки газа и на ранее пробуренных скважинах. Однако именно вот эта последняя, наиболее сильная и продуктивная скважина и позволила назвать Западный Соплес новым газовым месторождением. Близость его к Вуктылу позволит сравнительно быстро и без особых затрат подключить газ к магистральному газопроводу «Сияние Севера». Ну а что касается этой скважины, то уже в ближайшие дни она будет сдана в опытно-промышленную эксплуатацию.